Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня тест, который я вам обещал. Многие просили показать оккультиста в максимальной сборке. Я показал вам его на битве гильдии, что он творит. И сейчас покажу сборочки. Поговорим сегодня о нем. В общем, герой действительно хороший во всех смыслах. Везде применяется и на фарме, и на новой локации он востребован. И на PvP, и на битве гильдии, и на атаке фортов. Плюсом то, что он превращает входящий урон в отхил. Плюс дает еще атаку, то есть имеет кучу иммунитетов, стану, страху и молчанию. То есть это однозначно самый большой его плюс. Жизни, возможно, у него не так уж и много, хотя в принципе 327к это такой хорошенький танк. Сборочка у нас... Многие спрашивают, что ставить. Ну, у меня огненка стоит. Плюс у него же есть, по-моему, устроенная на 50% меньше дамага получает. Огненка именно от зефиров. Плюс СО, священный огонь. И все. И героя просто слить очень сложно. Он себя откиливает. Плюс еще стоит Holy Conviction. Не обряд лечения. Обряд лечения, в принципе, как вариант. У него больше жизни. Но здесь у него отхил сразу же на 140% выше. То есть он обалденно хилится. Плюс деф. То есть его слить просто нереально. Вот такая вот даже сборка. Мы сейчас побежим в рейд. Просто посмотрим на дамаг входящий. Тут супер пэт с уклонениями. Ну вот посмотрите, от башен он по 300 получает. Сейчас мы дойдем дальше. 7000, ну, при миллионной жизни это вообще ни о чем. 27-26, ну, это смешно. И этот весь дамаг, он превращается сразу же, он сразу же превращается в отхил. То есть по сути он не проседает, его убить, ну я не знаю. Сейчас мы попробуем найти топов. Возможно, там будет куча недомогания, мега-дамаг. Но я в этом сомневаюсь. Вот воодушевление. Землеройка, космо. Зефир есть. Оккультист. Рэнк не зефира, к сожалению, нет. Хотелось бы еще зефира. Ну, смотрим. Что мы имеем? Просто неубиваемые герои. Можно поставить вальс как вариант, если у вас с уклонением будет там супер питомец. Можно поставить как вариант вальс. Тоже довольно-таки неплохой вариант. Он будет себя хилить еще дополнительно. Возможно, сколько дефа и не надо. Но я просто решил уже на максимум показать от всего, что есть. 90 тысяч это максимум, который вы видели. Вот, отхил за счет смотра сразу же идет, то есть он снимает негативы и все. Вот недомогание это единственный вариант. Но с таким дамагом, который проходит от врагов, ну это не о чем. Потом еще базу поищем с зефиром. Интересно. Надо камешки. Камешков катастрофически не хватает. Мне завезли немножко. Так, вот есть еще один. Смотрим. Вот, отлично. Зефир, космо. Вот все дела. Короче, куча всего. Поехали. Интересно. $83,000. 200 от кого-то даже прилетело. О май гад. Оба, ворожей бьет, зефир бьет. Ну, я хочу, чтобы он подальше подбежал сейчас. То есть, этот герой на сегодня один из самых таких... Он не донатный, и он самый востребованный. Посмотрите, вот прошлую битву гильдии я показывал ее на выходных, в воскресенье, вчера выкинул. Ну, просто нереально. Топы миллионники, лям 600, ну, вот такие вот, лям 700. Ну и мой деф, никто ничего этому не сделает. Мэри, которая вроде казалось бы она пробивает, но она здесь деф не пробьет, это не зефир и не остальные. У нее здесь дамаг, а по нему то же самое. То есть он реально неубиваемый.
Я не знаю, ни один герой его не снесет. Определенные сборки, ну, его ушатать... Просто вы видите, сколько ладушек, сколько героев здесь бьет. Если я, например, выкину здесь землеройку, посмотрите, что с землеройкой делается. Посмотрите на него. Это при том, что он еще землеройке дал баф. Тот же самый Фрэнк. Это отхил идет за счет него. То есть дополнительный. Превращение входящего урона в отхил. То есть из этого они еще и держатся. Если, допустим, мы сейчас выйдем. Еще раз нападем на него же. Выкинем первым Фрэнка. Ну вот видите, как он проседает. Фрэнк тоже топовые сборки. Выкинем там землеройку. Аналогичная ситуация. Ворожей. Ворожай тут с уклоном хорошим. Но все равно посмотрите, что с ним делается. Давайте выбросим Зефира. Ну, Зефир тут у нас выживание. Это Огник. Пусть поближе к Мэри подойдут. Думаю, будет поинтереснее посмотреть. Ну, проседают чуть-чуть, но тоже не особо убиваются. Отлично, отлично. Оп. Минус Зефир. Он получше даже живет, чем Зефир. Но у него уклонение побольше. То есть, как видите, такие вот герои, они все по... Да тому пофиг, он один соло может бежать, и ему все равно. Найдем еще кого-то. Рея есть, но тоже есть оккультист. Вот посмотрите на дамаг от Фрейи, ребят. 30-я Фрейя, 13-й скилл. Это Зефир по 70 Фрейи, я не вижу, поскольку она там бьет. Ну, в общем, этот герой просто неубиваемый. Какие варианты сборок? То есть везде, куда бы я его ни кинул, там арена забытая, я не знаю, мы этот забытый, вряд ли будут топы сегодня. Так, вот он. Просто нереально его будет убить. Сколько они там бы не дамажили. Во-первых, тут у нас суперпад. Мы сейчас его попробуем поменять, убрать. Поставим по приколу сюда, давайте. И этого питомца. Вот такой вариант сделаем. Он используется на волнах, используется, можно использовать, короче, он используется везде. Это самый крутой, наверное, на сегодня командный герой. Он даже круче, чем ворожай, мне кажется, в некоторой степени, потому что ворожай там дает усиление от хил, но этот дает просто обалденнейший баф, который делает героя неуязвимым, по сути. Вот он постепенно там дамажит. Он не дамагер, да, он не дамагер, но командный реально очень крутой герой. Ну, низы видите и так все равно, потому что там не особо прокачаны они. Он, конечно, у нас уже так и без 14 скилла.
подведен на максималку, а так сборка на уклон. Да, надо потратиться на уклон, но потом, я думаю, вы из-за этого одного героя сэкономите на куче остальных и пройдете кучу локаций, и намного проще все будет. Не знаю, попадем, вот еще какой-то есть. Повезет, но не повезет, но тут не особо сильно. Его здесь тестировать, я думаю, бессмысленно. Я вам показал его на топах. То есть на сегодня это один из тех героев, который реально очень крутой и не уступает ни Зефиру, ни Фрейе, там, ни Ворожею. То есть он даже в некоторой степени поярче, покруче, потому что он как бы более командный игрок, то есть универсальный, скажем так. Ну, 30-й Огник. Он ничего ему не может сделать. То есть максимум, что будет пробивать, это смотр. Смотр бьет процентуально, ну а дальше и то он не всегда попадает. Такс, ну он не убивает, но зато ваша пачка на атаке фортов будет стоять против любой атаки. Ваша пачка на ЗБ против любой атаки, то есть вас не будут проходить. На дефе, ну я не знаю, в атаке есть смысл его использовать, я показывал атаку, ну вариаций для этого героя, волны с ним проходить однозначно да, особенно последние, он реально очень помогает, то есть ваши герои сливаться не будут, поэтому есть смысл этого героя качать, круче чем он на сегодня реально таких героев нет. Ну там Зефир по-своему хорош, там Фрейя по-своему хороша, они больше дамагеры, да. Тут пробивает бронь, то атакует дофига. Но вот универсальности такой, как этот дает, они команде, к сожалению, не дают. Этот именно дает команде универсальность. То есть по сборке можно ставить ИСО, можно попробовать поставить вальс. Таким вариантом поставить сюда вальс. Огненка, там, ну, дефные варианты однозначно, чтобы он подольше жил. Будет жить вся пачка. Вся так, как знаете, как и ворожей. То есть они вдвоем просто... Это просто трэш. Вы никаким дамагом это не пробьете. Ну, видите, вот с вальсом начинает проседать, но вальс отхил дает. То есть только проходит мисс у нас, сразу же фуловый отхил. То есть тоже плюсы, но здесь он проседает поярче. Тут у нас Фрейя бьет, Ворожей, Зефир не бьет. Ну, вот видите, с вальсом немножко уже не то. Потому что вальс он не дает дефа, но он дает отхил и дает атаку. Атака этому герою по сути не особо нужна, и отхил, видите. Неплохо на него еще разок попасть, было интересно посмотреть. Обратно вернуть. Вариант СО. Может здесь залетим сейчас в центр? А не, уже не залетим, Фрейя кинула. Еще плюс супер пэт и все. У вас этот персонаж просто будет тащить все. Поэтому вот такие вот дела, ребят, по талантам сказал, либо обряд, либо священный суд, это самое топовое для него, ну с СС-кой я вот поставил, он у меня был с обрядом, я поставил СС-ку и вообще не жалею, священный суд больше всего подходит, питомцы по локации, эмблема в противоположности от вашего таланта и все, в принципе, и вот вам вся игра, один герой, который может противостоять топовым донатным героям, топовым героям вообще в игре, один сол. Скачайте и пользуйтесь. Всем удачи, всем пока.